Всем привет! Сегодня приготовим вот такой вкусный, легкий салат с тунцом. В миску кладем 130 грамм салатного микса. Один огурец нарезаем соломкой и перекладываем его к зеленому салату. Одну луковицу нарезаем тонкими полукольцами и также отправляем к салату. Далее добавляем 140 грамм консервированной кукурузы и 130 грамм консервированного тунца. Все ингредиенты хорошо смешиваем между собой. Затем добавляем соус Цезарь по вкусу. Еще раз все хорошо размешиваем. Салат готов. Вот такой простой в приготовлении, но очень вкусный, легкий салат с тунцом получился. Попробуйте приготовить. Приятного аппетита и до новых встреч. Всем пока!